Бокс не профессия, это призвание. В этом в очередной раз убедились все участники Волгоградской лиги бокса. Любители и профессионалы, те, кто открыли для себя это искусство недавно, и те, кто занимался спортом джентльменов профессионально, встретились на ринге Волгоградской государственной академии физической культуры. Поединки посвятили памяти нашего земляка, героя России Дениса Игоревича Зорина. Поражения закаляют, победы вдохновляют. Многие из участников проекта ранее профессионально не занимались боксом. Но благодаря турниру они познали вкус адреналина, стойкости и готовности к полной самоотдаче на ринге. Неимоверно быстрой совместной работы мозга и мышц. Машинист по образованию, спортсмен по зову сердца. Эрик Жилкибаев занимается боксом всего полгода и очень жалеет, что открыл для себя это искусство только в 25 лет. Технические качества улучшились, опять же, силовые, волевые, характер. Выбрал этот вид спорта, потому что это все-таки мужской вид спорта. И ну как же без него? Мне он нравится. Я в дальнейшем не представляю бокс без себя. Вот так вот. Далера Бабаева на ринге еще малышом привел отец. С тех пор спортивный зал для юноши – место силы, где он каждый день совершенствует тело и дух. Студент Волгоградского технологического колледжа, 16-летний Далера, одержал очередную победу. Тренер признается, я в нем не сомневался. Впереди у юного боксера первенство области, ЮФО, а потом и России. Парень уверен, победит везде, ведь ему хорошо известен секрет успеха. Настрой должен быть прям боевой-боевой, чтобы не сгореть, не волноваться и выходить, боксировать. Хочу сказать спасибо моему тренеру, он меня готовил, он заставлял меня тренироваться. Хочу спасибо сказать родителям, что болеют за меня, и своим друзьям спасибо. Поединки в ринге Академии физической культуры прошли во взрослой и юношеской категориях. Возраст участников от 10 до 50 лет. Гимн нашего мероприятия – это что каждый мужчина хотя бы раз в жизни должен побывать на ринге и испытать себя. И у нас есть и молодые пары, есть и уже опытные боксеры, есть люди, которые там с 20-летним стажем, с 30-летним стажем участвуют в мероприятиях. Поэтому все, кто хочет, может участвовать. Стать участником проекта «Лига бокса» можно с любого турнира в сезоне. Их пройдет 8. Каждое соревнование – не просто способ показать свою силу, а еще раз осознать, как велика история нашей страны и как много героев у сталинградской земли. Все турниры «Лиги бокса» страны чемпионов посвящаются героям России и направлены на поддержку военнослужащих участников специальной военной операции. В этот раз соревнования посвятили памяти Дениса Зорина. Офицеру ВДВ за мужество и самоотверженность посмертно присвоено звание Героя России. Прикрывая своих товарищей и оказавшись в окружении, он взорвал себя и националистов, выполнив свой воинский долг до конца. Спорт, он тоже рождает определенную волю. И эта воля и любовь к достижению успехов, к достижению поставленной цели, она как раз потом и приводит к таким героическим поступкам. Поэтому здесь, на этом ринге, как раз, мне кажется, закладывается основа патриотизма и героизма во имя Родины. Лейла Джумалиева, Инна Емельянова, Рубен Тальский. Время новостей.